Сегодня в меню – оливье с перепелиными яйцами. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Морковь – 1 штука. Картофель – 2 штуки. Горошек – 150 грамм. Соль – 0,5 чайных ложки. Соленый огурец – 2 штуки. Перепелиные яйца – 6 штук. Майонез – 2 столовые ложки. Вареная колбаса – 300 грамм. Для приготовления салата оливье понадобятся самые простые и доступные ингредиенты. Готовится салат очень просто, достаточно нарезать все продукты, соединить и заправить майонезом. Для заправки можно использовать как магазинный майонез, так и домашний. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Картофель и морковь отварите до готовности. Перепелиные яйца варите 7-8 минут после закипания воды. Картофель очистите от кожуры, нарежьте небольшими кубиками и выложите в глубокую тарелку. Колбасу нарежьте кубиками и добавьте к картофелю. Огурцы мелко нарежьте. Вареную морковь нарежьте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам. Высыпьте консервированный горошек. Яйца очистите от скорлупы, нарежьте и выложите в тарелку. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и хорошо перемешайте. Популярный очень вкусный салат оливье с перепелиными яйцами готов. Берите на заметку рецепт. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!